Здравствуйте, коллеги. ProDexpo 2021 снова на связи. У нас новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Александр Мельников. Я представляю торговую марку Мельников. Очень интересно. И у меня, и у вас в руках очень интересные, красивые брендированные коробочки. Расскажите, что в них? В них находится полуфабрикат ручной лепки, который мы делаем на своем семейном производстве, который находится в городе Тула, рядом со всеми известным местом, наверное, всем жителям Российской Федерации, это Ясная Поляна. Расскажите, в чем конкурентная особенность? Ингредиенты, производство? На сегодняшний день мы, наверное, одни из немногих, кто на рынке делает до сих пор пельмени ручной лепки. То есть весь процесс приготовления полуфабрикатов – это ручной труд. Соответственно, начиная от выбора сырья, это 100% качественное сырье и натуральное, и заканчивая непосредственным приготовлением дома, мы всегда стараемся сопровождать. Мы в каждую коробочку вкладываем рекомендации по приготовлению, потому что наш продукт, он активно реагирует на среду приготовления. Да? Если вы наши пельмени переварите, то они у вас развалятся, так как это из настоящего теста. Расскажите еще о том, что вы поставили главной целью вашего бренда, насколько я понимаю, немножко повысить планку отношения людей к таким вот продуктам, которые люди обычно считают, как бы, ну не то что низкосортными, но как бы не отвечающими высокогурманским каким-то требованиям. Но я так понимаю, что вы своим продуктом пытаетесь сломать этот стереотип. Да, вы абсолютно правы, потому что на сегодняшний день тенденция на рынке такая, что большинство людей воспринимает полуфабрикат как тот продукт, который можно, ну так, на всякий случай кинуть себе в холодильник, и если вдруг, то можно всегда его приготовить. Мы стараемся и боремся с этим стереотипом, потому что при правильном приготовлении, при правильном подходе, да, полуфабрикат это может также быть праздничным блюдом, это может быть угощением, а где-то даже это будет необычным блюдом, которым вы можете угостить или удивить друзей и близких. Вот, например, пельмени с тигровой креветкой, в которых у нас не креветочный фарш, а мы рубим крупно тигровую креветку для того, чтобы покупатель, да, смог ощутить и понять и поверить в то, что полуфабрикаты могут быть честными, хорошими и с хорошими начинками. Да, расскажите, пожалуйста, сколько наименований у вас в линейке? Вот у нас буквально три руки из свободных, но, насколько я знаю, у вас гораздо больше наименований. Да, у нас более 60 наименований. Здесь мы представляем три вида. Хотелось бы, наверное, о них немножко и рассказать. То есть пельмени с тигровой креветкой, как я уже рассказал, тесто, вы видите, оно здесь цветное, да, на всех трех наименованиях. Мы используем натуральные красители. Здесь это синий тайский чай, здесь это свекольный сок, а здесь это итальянский чернил каракатицы. Получается, краситель натуральный, не химический, а абсолютно природный. Да, вы абсолютно правы, потому что если бы мы использовали натуральный краситель, то мы не имели бы права называть свои полуфабрикаты натуральными. Поэтому от и до на 100% это все полезно, вкусно и натурально. Расскажите, где уже вы представлены, где вас покупатель может найти? Мы активно развиваем нашу территорию, Тульскую область, да, у нас сеть собственных магазинов, также мы работаем с партнерами, и если касаемо Москвы, то мы представлены в сети магазинов «Азбука вкуса», в интернет-магазине «Утконос». И цель выставки, наверное, найти новых партнеров, которые помогут вам найти своего покупателя в более широких уже районах нашей Центральной России. Вы знаете, наверное, цель даже выставки больше не найти новых партнеров, да, а просто показать людям, подсветить этот продукт на рынке, то, что он может существовать, да, и он может существовать только с помощью вас, да, потому что без вас мы никому, к сожалению, не будем нужны. Да. Если мы выпустим продукт, и его никто не будет покупать, то, соответственно, бизнес можно закрывать. Поэтому мы хотим, чтобы каждый из россиян, да, попробовал пельмени с тигровой креветкой, попробовал пельмени с мраморной говядиной на тесте там, из чернила каракатицы, либо попробовал там замечательные наши равиоли с пармезаном и шампиньонов, томленых в сливках. Хочется от себя лишь добавить, что как только у нас есть такие начинания, когда семейное дело делает настоящий, натуральный, вкусный продукт, очень хочется, чтобы наш покупатель поддержал его рублем, потому что такое дело, я надеюсь, должно процветать и радовать всех нас, тем более, что это наши русские производители, которые стараются поднять наш рынок. Спасибо вам большое за ваше дело и надеюсь увидеться на следующей выставке в следующем году. Огромное вам спасибо, друзья. Кушайте, покупайте натуральные полуфабрикаты, пусть даже не наши.